Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы Тракторенко Петра. Тракторенко Петра. Это я? Здравствуйте, Петя. Я ваш папа. Я ваш папа. Позвольте пройти. А, да, 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 конечно. Проходите. Большое спасибо. А! Ой, хорошо, да. Да, хорошо-то, Тарас, хорошо. Только ты чего-то пить стал много, как алкоголик. Галя, ну, с чего ты взяла? Приходишь с работы и сразу тресь, тресь. Галя, я выпиваю тильки с едой, там с салом, с картошкой. Вот горячий борщ, сам Бог велел. У меня и дед так пил, и отец, да все. Я и боюсь этого, Тарас. Ты становишься потомственный алкоголик. Галя, я пью как все. Да ладно. 100 грамм в день, не больше. С этого, Тарас, с этого все и начинается, да. 100 грамм в день поначалу. А потом знаешь что? Вот что. Не надо так говорить, не надо так говорить. Кисловодск. А это кто? Жена моя. Красивая, на дядьку похожа. Ну, проктолог. Школу-то ты, сынок, закончил? Ну, папа, я зав в лаборатории уже. У меня сын в институте учится. Молодец. Куришь? Нет. Молодец, я тоже нет. Рак легких был у меня. Слава богу, вырезали. Папа, а можно спросить, как вы с мамой-то познакомились? Ну, это романтическая была история, романтическая. Жара, лето, алупка. Бурная ночь любви, бурная ночь любви. А почему же вы тогда расстались? Беда стряслась. Я ее до гостиницы-то довел. До гостиницы-то довел. Значит, в номер завел и возвращаться стал. По дороге в свою гостиницу в люк упал. 3 дня просидел. На 4-й день только меня и вытащили. Я вылез и бегом к ней. Бегом к ней. Вот, она уже уехала, уже уехала. Ну, я вернулся к себе в гостиницу. В номер с узбеком я жил тогда. С узбеком я жил тогда. Говорю, поставь-ка мне, узбек, табуреточку. Я влез на нее, веревочку достал. Всегда у меня с собой в кармашке. Всегда у меня с собой в кармашке. На шею-то накинул, повеситься решил. К люстре ее. Раз, к люстре ее. Раз. Вот, она оборвалась. Я смог и упал. Ногу и сломал. Если ты так ставишь вопрос, то тогда принципиально. Я... Галя, не кидайся. Я в рот спиртного не возьму целых полгода. На спор. Ну что мне с тобой спорить, Тарас, а? Ну вот что мне с тобой спорить? Ты уже на человека не похож, а у тебя одутловатое лицо, мешки под глазами. Это тебе нужно, а не мне. Галя, слово офицера. Я ни в рот, ни в какое место не возьму ничего спиртного. Целых полгода. Я помирю тебе. Пред-пред последний раз. Ой, холодина какая. Сулю, купи что-нибудь там по дороге поесть. Мороженого. Ага. Да, я. Ты Тракторенко, Петр. Здорово, сынок. Знаешь, кто я? Перепись населения, да? Нет, я твой батя. Мой кто? Кто? Батя твой. Голубки, мы с твоим матерью познакомились. Там же и тебя замастырили. Тебя с твоей матерью, между прочим, одно лицо. Знаешь об этом? Кстати, мать твоя жива? Мама Маша жива. Жива? Машка? Машка! Это я! Твой соленый пес! Ты где? А она в Израиле. Машка? В Израиле? Все равно слова плохого про нее не скажу. Папа, подождите. Помогите! Ой. Сынок, хотел как чище бумажку пропихнуть, а нога застряла. Помоги, а!
спросить-то все хотел. Че это вы, хохлы, от рабочего человека свой холодильник запираете, а? А вот чтоб такие москали, як ты, в мой холодильник зря не лазили. Да, сало жалко, да? Да, жалко. Вот что я хотел тебя спросить, Степан. Вот было в твоей жизни, ну, хоть, скажем, одна минута, чтоб ты не пил совсем, ну, там, кроме молока и воды, ничего. Ой, было, Тарас. Целый год зашитый ходил. Ну и як? Как? Никак. Год из жизни вон. Фу ты! Ну шо за бесовая сила? Я ж тебе спрашиваю, чтоб ты меня подбодрил в моем состоянии. Казал, что у все хорошо будет, а ты... А! Вот поэтому получается, что у меня теперь 20. Ой, соль просыпал. Ну, соль – это к соли, на счастье. Оп! Интересно, как это моей Машке мог понравиться такой придурок? А я тоже не понимаю, как такой жлоб мог мою Марию охомутать. Что? Плохо пахну? Да, да. Да я таких салат, как ты, бочками на Босфоре топил, как крыс. Да, да, да. Перестаньте вы, а! Ну, да перестаньте! Ладно, ну, хватит, сколько хватит, можно? Хватит. У меня не было ни одного отца, а теперь двое. Не надо ссориться. Попадайте друг другу в руки. Успокойся. Я согласен, сынок, согласен, сынок. Ну, по рукам. Палец мне сломал. Палец мне сломал. Сейчас распухнет. Ой-ой-ой-ой-ой, как я переживаю из-за этого. Куришь, сынок? Нет. Зря. Хороший. Капитанский. Ну, надеюсь, пьешь? Нет, что вы. Да чему же вы сына-то учите? Сына-то учите, а? Сидите, я открою. Только не ссорьтесь сюда, без меня. Возвращайся скорее, сынок. Не торопись, сынок. Добрый день, Петр. Я надеюсь, вы меня узнали. Дмитрий Васильев, народный артист. Что есть, то есть. К тому же я ни много ни мало папа ваш, папа. Читаю газетку. О полезности красного вина. Если пить каждый день вино, может, поесть немножко. Ага, поим. Держись, геолог. Чё? Пойду погуляю. Буду жать захотелось. Ну, конечно, иди и проветрись. О, дядя Тарас. Ай, дядя Тарас. Хотите пивка, а то папе несу. Очень тяжело. Скажи своему бате, что я завязал, что это пиво мне даром не надо. Пусть сам пьет и давит. Хорошо, вот так. Хорошо. До свидания, Клава. Всего вам доброго, дядя. Пара. Я одного не понял. А водку-то мы когда пить будем? Пусть на место придет, сеточки поставят. Утреннего сидим. И как раз мы на рыбалку, что ли? Я не понял. Фу ты. Пойду домой от греха подальше. Руки уберите от меня! Я лишь не верю, что вы там!
Речи в народ Убери руки! Если вы немедленно не прекратите, вы мне не отцы! Я согласен. Прости, сынок. Вот вы утверждаете, что познакомились с моей мамой в Алупке? Да, сынок. Нет. Тоже. Да ладно врать-то. Да я там тоже был, и гораздо раньше вас, Мы одно лицо. Да я вижу лицо сына своего с какой-то задницей. По Лубке она ко мне пришла на спектакль. В первом ряду вот так вот сидела. Вы врешь. То я с ней сидел на первом ряду, а на сцене стоял молодой, красивый блондин. Да тот блондин, тот же я был. Ой, ой, как потрепала тебя житейская буря. На себя посмотри, задница. Тихо, не ссорьтесь больше. Мама мне рассказывала, что мой папа был летчик и погиб, выполняя задание. Да то ж она меня имела в виду. Погиб, значит, уехал. Артист я. Моряка. А я говорю, артиста имела в виду. На гастроли театр наш поехал. Она мне писала потом 10 лет. Ну, ты, сынок, прости. Чё-то папа самолодушничал. У меня есть идея. Давайте я просто позвоню маме в Израиль, и мы все выясним. Это кому это мы звонить собираемся, а? Ой, Зина. Мальчишник устроил, да? Вам решили позвать, да? Что это за ханыги, а? Зина, это мои отцы. Папа, не войны. Все трое, надеюсь, да? Да. Вернее, они могли бы быть моими отцами. Мы как раз это сейчас выясняем. А я вижу... трех аферистов, которые поняли, что напали на дурачка и решили на халяву прописаться в чужую квартиру. Ну-ка, марш отсюда. И ты, Петя, бегом в свою комнату диссертацию писать. Зая, знаешь что, сынок, не нужна нам такая змееподобная невестка. Мы тебе лучше найдем. Подыщем. Что? Что ж за наказание такое, Галя? Селедка, картошка, сало, малосольные огурцы. А водки нема, потому что я в завязке. И ты знаешь, Галя, но... ты бы лучше манной каши не сделала, а? Чтоб воображение мое не будоражило, ну? Успокойся, а? Ну, давай я тебя немножко отвлеку, противно, а? Ну, давай, ну. Отсидело! Ой, отстань, Тараска, отстань от меня, братина, отстань! Что такое? Извиняйте, Галю, но сегодня я не боец. Тарас, только успокойся, только не нервничай. Это с каждым бывает. У меня было так раз 60 в жизни. Да что ж, не сговорились! Да, может, я что-то не так делаю? Пошел вон вместе со своими собутыльниками, чтоб ноги твои здесь не было больше. Зиночка, напрасно ты так. Это все-таки мои отцы. Да, отцы. Убирайся вместе с ними к праотцам своим. Дрянь какая. Ну и куда нам теперь деваться? Свистать всех наверх. У тебя теперь есть папка. У папки есть хорошая знакомая девушка, которая мечтает, между прочим, познакомиться с молодым, красивым, образованным парнем. Это с кем? С тобой, Юнга. А что это ты пьешь, Степан, а? Бромид натрия, амидопирин, бензонат натрия, сульфат магния. Ну, в общем, это настойка от кашля. Спирта 16,5%, да. Удивительная вещь, удивительная. Как бормотуха, только лучше. Мята вкусненькая, а запаха спиртяки никакой. Правда? А дай-ка мне попробовать слегка. Конечно. Я сейчас возьму и все и отдам. Иди купи себе. Аптека еще работает. Здорово, Катюха. Здрасте. Вот привел тебе объект твоих желаний. Сын своего привел. Здравствуйте. Молодой, красивый, образованный. Точно образованный.
Ну, проходи, образованный. Если мой сын раньше, чем через час, не выйдет. А мой раньше, чем через два, и то только воздух перехвати. А мой, если честно, господа, первый же вечер, с девушкой ни на что не способен. Извинится и сразу уйдет. О! Пострел. Извините, пожалуйста, я не могу так сразу же в первый же вечер незнакомой девушкой. Ну, что и требовалось доказать, Пойдем-ка, сынок, ко мне домой. И жить будет где. И познакомлю тебя с мачехой. Пойдем, сынок, пойдем. Господа, милости просим тоже на чай. Давай-ка поиграем. Наконец-то. Давай. Ну чего? Ничего. Ну давай. Какая ты жирная вся стала, Галя. Ни в одно платье уже не влазишь. Чего это? Ничего. Ешь дальше. Звонимся. Это ты? Да, это я. С сыном. Ничего. Татьяна Львовна просила тебя больше ее не беспокоить. Понятно? Понятно. Ну, давай. Ну, слава бог, сынок, у тебя еще отец есть. Пойдем ко мне в комнату в общежитие. Ну, живи, сынок, не поминай лихо папку. Папа! Здравия желаю. Что надо? Ну, у меня это, проблемы. Ну, как сказать-то, ну, проблемы. Стул, что ли, жидкий? Да не стул. Ну вот, по вашей части, только с другой стороны, упереди. Ну. Стойте здесь. Значит, там красные две и желтые две. Красные – это быстрого, так сказать, реагирования. Минут на 30-35. И желтые где-то на все выходные. Да, может быть, праздники заходят. Осторожненько, тихо. А куда несите? Аккуратно. Первый раз вижу, чтоб со второго этажа с собой жизнью кончали на клумбу. Простите, пожалуйста, у вас бинты есть, это у меня кончились. Ой. Дивись, Галя, что у меня есть. Зараз у нас у всі получиться. Що ти з'їв, Тарас, а? Кремлівська таблетка. Ну що, Галя? Значить, Тарас, щоб мене любити, тебе якісь пілюлі потрібні, да? І Тарас, моральний дебіл. Галя, я ж ради тебе. Галя, я ж пить бросив. Папа, я позвонил в Израиль, и мама подтвердила, что настоящий мой отец ты. Нормально, сынок, нормально. Я знал, что правда восторжествует. Только давай не будем пока говорить остальным, ну, чтобы их не расстраивать. Да, давай, сынок, мой сын, мой. Ты сказал папа? Да, мама уверена, что мой настоящий отец именно ты. Только давай не будем остальных отцов расстраивать, не будем им это говорить. Моряки, сынок, умеют молчать. Это что, сынок, мам сама про меня так сказала, а? Да, а главное, мама просила это в тайне держать. В театре-то, сынок, у меня кличка Стукач, но в этот раз все, чик-трак, молчок.
Да. Зинаида Петровна, Патурак беспокоит, ага. Я интересуюсь, а когда заканчивается действие ваших таблеток? Все зависит от количества раз. Сколько вы раз уже? Самостоятельно 25 раз. О, 26-й пошел. Да Мария сказала, сейчас я что заразила. Я зацеплю. Мария сказала, что я Опа. У меня аж гастрит. Оба! Я нашел у вас все, что нужно для праздника. Вот чудеса! Впервые, сынок, я жив остался. Значит, я есть настоящий твой отец, твой отец. Кажется, я опять без отцовщины.